вон туда. Так, ребятки, в общем, нам нужно перебраться вон туда, видите, вот там, где мельница. Да, это просто. Да. Качайся туда, перепрыгивай. Джек очень уже сейчас... просто, да? Да, он да. сейчас, как Джек Воробей, сейчас он все сделает. Пониже надо. Рикардо мимо кассы. Давай. Мне кажется, мне надо немножко пониже спуститься. А, вы цепь сейчас порвете, цепь порвете! Вы что делаете? Цепь рвется! Она из каких-то нанотехнологий сделана. А ты-то как? Джек! Я просто ванпачман, не обращайте внимания. Как там шаурмя оказалось? Я стояла на... Нет, ты мне скажи, какой чит-код? Вытянула руки, зацепилась за край фонаря. Когда Джекил раскачал, я перепрыгнула сразу. Ой, привет, ребята! Джек, ты же... О, зацепился! Отлично. Ну, ты же прыгнул. Джек, ой, прости! Я Джека ударил случайно. Я раскачивался, а Джек не зацепился. Давай, Джек, ты где? Так, раз. Слушай, давай. Капитан, два, на мельнице. Три. Подожди! Я цепляюсь! Подожди. Я лечу! Ребята! Я падаю. Я еще не умер. Я здесь. Подайте палочку какую-нибудь. Могу кинуть палку. Окей, кину. Давай. Кидай. А ты же... Я уже здесь! Нифига себе, я прыгнул вообще! Я не зацепился, почему я... О! Во, нифига себе. Пойдем. Подожди. Хитрые жопки. Ребята, что дальше делать? Подожди. Вот, думайте. Подожди. Ну тут понятно за... Я зацепился. Да! Это круто. Зачем? Я сейчас тоже, я тоже так хочу! Я тоже, дайте мне! Вот, все, ловлю! Все, я зацепился! Я, типа, вот этому тросу перебиралась первый раз, представляете? Офигенно! Тут такие красивые виды, ребята! Жесть! Вот это самый, мой любимый уровень теперь. Ага. Это самый любимый мой уровень. Правильно делаем вообще, нет? Да, Джек! Классно! Полетели! Я думаю, этот уровень понравится всем. Что теперь дальше? Джек! Нет! Все, я здесь! Я просто... Я добрался, тут так красиво, ребята! Вы не представляете себе! Тут очень красиво! Офигенно! Посмотрите! Я думала, вы уже добрались куда надо. А куда надо-то? О, там кто-то падает! Привет, Джек! Кто это? Здравствуйте! А вы куда? Подожди, вы как так? А как? Подожди, не понял. Зачем сюда? А вот отсюда надо туда. Куда? Что там лазить? Вы видите меня? Да. О, вы такие мелкие, мураши просто. Просто мураши. А ты где? А, ты я где? Повелитель этой мельницы. Блин, а может быть, слушайте, я главный. Упал. Слушай, может, старый похмельник. Ну, есть Будыш. Какой-нибудь нормальный способ, кроме того, который мы с тобой делали? Такой только и есть. Эй, вы что творите? Вы что творите, госпожа? Госпожа. Разве? Так. А как это ты ко мне так обратился? У меня да, госпожа, как тебе? Мяушка по меня зовут. Госпожа Мяушка, вы что творите? Так, смотри. Так. Алекс. Смотри, какой я сильный. Вы посмотрите, какой я вообще, сильный. Вообще, ребят, здесь есть проход нормальный. Что вы делаете в моем холодильнике? Здесь есть нормальный проход. Раз, через два, холодильник. Через откуда? Через верх? Но мы использовали другой способ, читерский. Как вы хотите поступить? Найти правильный выход? Или считать? А, тут все понятно, надо сюда залезть. Сюда залезть. Да, но дело в том, что как? Может быть, попробовать разбить? В смысле, как? Вы по веточке, что ли, залазили? Да, по-любому, по веточке вот это. По вот этой веточке вы залазили. Нет. Это нифига не читерский способ, это мучительно. Мучительный какой-то. Зломучительный способ. Ну что, капитан, пойдем тогда, пусть они разбираются. Так, я помогу, я помогу. Тобой. Давай, ач, два. Прыгай, вот залазь, так, прыгай. Залазь, я держу. А, давай, все, я залазил. Раз. Туда. А, блин. Два, три, все, я залез. Че, дальше, какие дальше действия? Еще, надо прям максимально. Смотри, надо ее, короче, поднять. Наверное. Ну да, это. Может быть, еще? Блин, сейчас. Я думаю, еще не надо. Надо вот прыгать, прыгай вот так. Держи. Вот, видишь? Что-то получается. Только что непонятно. Так, ладно.
Там, смотри, что они делают. Не, не долетаю, не долетаю. Прикольно. Ну-ка, я так же хочу. Еще больше надо, еще больше. Это как, знаешь, в бассейне, да, такая дощечка. Тихо, вы тяжелые. Нифига себе, вы видели, что там внизу, там пещеры какие-то. Так вот туда с помощью верха и можно попасть. Из пещер потом... А можно, можно через низ, да, я понял. Я Вы понял. Меня скинули только что. Мы всё. Тебя? Да. Ой, нифига себе. Нифига себе. У меня шея растянулась. Эй, почему мы опять здесь, на том уровне, где... В смысле застряла? Где ты? Как это? Вон она летаешь ты. Подожди, это другая уже катапульта, да? Стой, я тебе... Давай я руки вытяну, короче. Все, все, пускайте. Я здесь. Ага, да, пускаю незаряженную катапульту, конечно же. Далеко ты улетишь, скажи? Давай, я готов. Обожаю этот катапульт, обожаю эту игру. Алекс, пожалуйста, послушай меня хотя бы один раз внимательно. Тебе нужно вытянуть руки. Ну, только один раз, только один раз послушай. И потянуть, пожалуйста. Все, потянуть за косточку, я понял. Застрял. Вытягивай руки сразу. Тебе нужно зацепиться за доску. Все, а мы вдвоем нормально? Нет, сейчас улетят. Не, я потом вытяну, я потому что я пойду, если давай. Не успею. Успею, да, успею. У-у-у! Блин! Все, я прилип. Так. Теперь тебе нужно зацепиться за доску. Чуть-чуть отпусти. Чуть-чуть падай и зацепляйся сразу. Я застрял. И? Чуть-чуть. Давай, открывай. Я могу открыть. Я застрял. Пам. Вау, смотрите, как это круто. Кто в дырку полетит? Кто сэмпай? Я. Та-дам-там. Я хочу в дырку. Ты хочешь в дырку? Ты понял, что нужно делать? За решетку зацепиться? Смотри, какая дырища, смотри, там не поранишься. Дырки бывают разные, вообще-то. Да, и пораниться. Черные, белые и красные. Но всем одинаково хочется. А белые это какие, интересно? Сэмпай заморочится. Есть черные, есть красные, а белые это какие? Это обычные. Это обычные белые? Я знаю, белые это, знаете, это... Как же это называется? Которые в крематории лежат. Ну вы поняли? Нет, не понял. Ну ладно. Почему я не понял? Почему вы чем-то смеетесь, а я не понял? Вы про черный, белый, красный. Веселая молочница. Если белый, это веселая молочница. Так. Бу! А как? Давай, я готов. Джек, ты, кажется, перепрыгнул. Перелет. Надо вдвоем. Надо вдвоем. Давайте вдвоем. Падай, цепляйся. Как ты это делаешь? Я не понимаю, как ты крутишь. Это только шаурмя умеет. Знаете, как сколько времени делает? Я впервые потратила, чтобы это сделать? Да? Смотри, как профессионально. Так, надо вдвоем. Ксюх. Нет, вдвоем не надо. Надо, давай. Давай, поближе подкачу. Давай. Отпускай его. Не, перелет будет. Ну что вы делаете? Не ну будет что вы перелет. Перелет будет. Вы в какую сторону меня? Да что ты? Шаурмял! То же самое, абсолютно. Только немножко правее даже. Не по центру. А, подожди, Джек. А если я... Подними меня. А, ну давай я тебя попробую поднять. Давай. Пока они там с ума сходят. Давай. Надо вдвоем, вдвоем возьми надо, меня вдвоем! За жопку. Возьми за жопку. Пойдем за это, запрыгивать. Так, или втроем даже надо. Груз, ну да чё? Нет, я одна это делал, одна вообще. Ну ты молодец, ну... Не, я серьезно говорю, этот способ сработает. Вы... Нифига себе, меня перекрутило вообще. Кренит, тимпай. Залазь! Вот да! Ксюха, отпусти! Давай. Вот, залазь! Я же говорил, что получится. Почему вы мне не верите? Почему вы мне не верите? Я здесь, видите? Вы все видите, что я здесь? Чё нажать надо? Чё нажать? Простите. Эмоции. Чё нажать надо? Сука! Я упал куда-то!
В новый мир. В лучший мир. Вы потом... Я вообще не понял, это какая-то ловушка была. Фу. Так. Никого не обидел? Нет. Хорошо. Я просто эмоции зашкаливаю. Смотрите. Лодка, погнали. Лот. Блин, я веслами по-любому не смогу, это очень сложно. Давай на катер посадим, пойдем. Так их надо на катер посадить. Все, мы поплыли, ребята! Догоняйте! Да, мы давай. Не можем плавать без вас. Да мы уплываем уже, давайте. Ксюха. Сами будете грести, я буду стоять. Лодка тонет, там, лодка тонет. А там катер есть, вон катер. У нас катер, получится, катер. Просто жмите на все кнопки. Смотрите, да катер. Нафиг этот катер. Отойдите, ребята. О, плот, это как... Весел. Это не то, что, это не как в рафте, а в форесте тоже можно было такой плот построить. А, ну тогда в плот, ладно. Вам нужно на плоту добраться до... Вон так в ту арку. Вот. Мы вон на арк, плоту видишь? Доберемся. Вон дырка, в ту дырку. Так, я парусом управляю. Давай. Давай. Так. 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 Ага. Так, катер плывем, все, да? Поплыли. Да, мы уже плывем. Давайте, ребят, что так долго? Мы в дырку плывем. Все, надо только ветер. Назад? Все, я поймал ветер, я поймал парусник. Ветер. Да, я управляю парусом. Все. Все. Смотрите, смотрите, какие аттракционы забавные. Да, до свидания. Джек, а вы посмотрите, как Джек управляет, профессионал просто. Только мы назад плывем, Джек, поворачивай. Ну сразу видно, опытные просто. Опытные игроки. Собрались вместе. Плыть надо на катере, потому что плот не пролезет. Так, мы все знаем, мы все это прекрасно знаем. Так, я ничего не предъявляю. Так, все, я поймал ветер, все, поймал ветер, поплыли. Поймал, да? Да, поймал. Так. И? Почему не плывем? А вы на мели, потому что, по-моему. Блин, мы, кажется, на мели. Вот это плохо, когда на мели. Это очень плохо. Это очень плохо. Они там плывут на лодке, между прочим. Да, у нас романтик тут, понятно? Романтик? Да. Так, мы плывем на... А мы вообще сдвинулись? Я как бы ничего против этого не имею. В смысле, а при чем тут это? Я говорю, мы старик и... В современном мире это вполне нормально. Конечно. Что вполне нормально. Ну, романтик, Ван все такое. Ван Пач на Рикардо, это страшно. Так. Я ж потеряла весла, ё-моё. Ты представила. Волнение, волнение, это всегда так. Первый раз. Да я шучу, ребят, ну правда, вы не обижаетесь, ничего? Я уже переживаю. Это же все шуточки. Миуточки. Шуточки, миуточки. Мы просто переживаем, что нас раскусили. А-а-а. Я просто... Да. Вас? Вас? Да. Раскусили. Что это вас? Конечно. Меня не надо в эти штуки. Сынуль, мне кажется, что-то... Кто твой отец нас... Кто? Я, короче, тону. Я пошел ко дну. Вот кто-кто? То. Мне кажется, тут можно пешком пройтись, нет? Нет, Джек, не делай, как я. Не делай. Я в самом начале, тут нету ничего, никаких лодок. Фига у них там. Джек, ты зачем это сделал? Ты где? Ты сейчас появишься просто на берегу, и ты ничего не сможешь сделать. Ни лодок, ничего тут нету. И вся надежда на Пепперплей шаурмяу. На Ксюшу. И Меуту. Я же говорю, зачем? Меута? Пошли. Умрем. А смысл? Вы загрузки? О, все, мы здесь, мы здесь. Где? Все, с вами, рядом. А, ну ладно, вам нужно катер, скатите на катере. Так, давайте, взяли все вместе, давайте, раз, два, три, давайте. Раз, два, три. А давайте, я поиграю в старик. Раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, давай, давай, почти, вот, движется, движется, нормально. Извините, это был очень срочный. Тихо, подождите, дайте я отплыву. А ты почему не отплыла? Да потому что мне ученица написала, что урок меняется. Ребят, так, я сейчас захлебнусь. Капитан, я просто буду рулить это. Да. Подожди, как ты будешь рулить? Собираюсь плыть. Подожди, а... Управляют же, по-моему, мотором управляют, Джек, мотором. Мне кажется, мотором надо управлять. Джек, тут руля нету. Тут в этой лодке нету руля, ты знаешь? Я морской дьявол. Чё?
Что такое? Карты кинул. Все, погнали. Куда ты? У-у-у! Смотри, как классно! Рикардо... Ой-ой-ой, это здорово, ребят, тут физика прям такая классная. Да, я угораю. Подожди. Блин. Чё тут туманка, Джек, мне кажется, мы это, сбились с координат. А вот, между зелеными плыви, между зелеными, между красными нельзя. Да нет, вот, буйки вот эти, видишь? Они правда? Подожди, отойди! Не знаю, я не вижу. Ты куда плывешь, Джек? Они плывут на другую сторону, понятно. Куда плывут? Я сейчас... Смотри! Сейчас... Вы видели, куда я плыву? Нет, я опять скажу, что сейчас испортил. Не, все нормально. Обратно на месте. Все, я сейчас выровню. Ну, если бы нас кое-кто не кинул... А кто кинул? А я-то чего? Мы застряли. Я убью тебя, лодочник! Джек, что-то пошло не так. Давай, я подтолкну. Давай, все. Все, давай, заводи, заводи, Джек, быстрее! Уплывай! Не доплывать, да, сюда. Все, погнали. Пойдет сейф. Вон, да-да-да-да-да, вот туда. Нет, нет, правее, правее, Джек! Ой, я понял нечаянно. Реверс в управлении. Ты меня просто прижало между скалой и лодкой. Это было больно вообще-то. Вы доплывете там до меня? Ты куда, Джек? Да, давай! А ты встал просто рядом, я не могу поворачивать. Ты куда? Я не знаю. Так, все. Это сложно. Тебе достижение дали? Да. Слушай, возьми тоже вот эту, чтобы мы прямо поплыли, потому что... А вон они падают. Все. А, в другую. Не туда. Все, я понял. Мы не успеем повернуть. Я проворачиваю. Несы. О, мне даже 2 достижения дали. Пришвартовалась? Да блин, я управление путаю. Все, я понял. Мы сейчас вас задавим, ребятки. Пускай. Все, теперь потихонечку возьмись. Осторожно, возьми за этот рычаг. Все нормально. А что, они будут управлять? Все, отлично. Уху! Нифига себе, они на лодке доплыли такие потихонечку. С романтиком? Романтиком. Нет, не было романтика. Ай, я не знал, что тут вода еще есть. А что она такая глубокая? Товарищ Рикардо, поднимите все, пожалуйста. Вы оба здесь будете управлять лодкой. Я упал. И опять. Ребят, я застрял. Большая... Ребят, я так вечно буду падать. О, не-не, нормально, приплыл. Так. А куда путь? Алекс, слышишь меня? Он выбраться не может. Отпускайся, падаешь на камень, цепляешься и пытаешься... Я опять падаю, это бесконечно просто. Ты не понимаешь. Руками цепляйся сразу, как только падаешь. Чё, вот это прям подстава была вообще конкретная. Кто лодку сюда поставил вообще? Так, слава богу, что он стоит. Слышь, ты же ее сам там... Ладно. Он меня так и не слышал. Капитан, объясни ему, что перепрыгнуть нужно на лодку, которая... Да нормально, сейчас Рикардо поднимет, А я тут сейчас, давай. Ну это жестко. Так, и оп, бошку сюда. Так, ага, давай. Смотри. Все, я цепляюсь. Один, все, Ксюш, я... Ай, мое горло, больно. Что ты делаешь? Все, Ксюха. Сейчас они залезут. Нужно отдать шварталы. Назад рулить, а второй влево. Достижение такое дали. Давайте сюда, ребята. Ага. Так, мальчик. Спасибо, Ксюш, спасибо. Ты по тому рычагу, да? Ксюш, спасибо. За уши. Это было больно, неприятно, но ты меня спасла. Бери один из рычагов и везите нас. Один вперед, а другой... Нифига себе, это... Охренеть. Да. Это мы ей правее, будем управлять? Правее. Нифига направо себе. Надо. Направо. Это что за дирижабль такой? Это что такое? Прикольно. Вот. Джек, я одолжу твой пистолет? Не надо, подожди. Ладно. Поворачивай. Потихоньку. Право руля. Так, подожди, мы кажется, мы плывем. Да, плывем, смотрите. И все. Какое значение, не понимаю.
Ты поворачиваешь в стороны. Так, теперь давай прямо ехай. Ехай. Офигеть. Ехай. Ехай. Ага. А я вот в этом Титанике делала, капитан стояла там в ней и Титаник. Я Титаник там изображала, да. Класс. Та-да-да-да. Та-та. А, это корабль из этого Майдана. Нет, Майдана? Да. Нет. Какой Майдан? Ты не надо. Не. Майдан, Майдан, или как? Так, стоп, 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 налево. Как это называется? Останавливай. Еще люби. Пойду посмотрю на это. Так. А, нам нужно прям в бухту, да? Задний ход, задний ход. Кстати, здесь можно на маяк. Ту-дун, 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 ту-дун. Тебе сейчас надо... А почему окно не закрыто? Ребят, пока. Я выпрыгнул. А как я тогда буду? Я падаю. Будете так, угорать так, потом. Давай. Я завис. Так, давай. Всё. Давайте быстрее, я завис. О, все. Я возьму лодку и вас догоню. Я возьму лодку и вас догоню. Чуть-чуть подруливай. Ребят, все нормально, у меня есть лодка. Прямо иди. Чуть-чуть левее. Я вижу вас, вы плывете. Так медленно. Еще чуть-чуть. Давай уже, выплывай. Ну, выплывай. Все, теперь Впереди, ее сложно поставить на середину. Куда ты поплыл? Куда ты плывешь? Алекс, успокойся! Алекс! Куда ты? Нормально. Куда ты? Тихо. Да что ты делаешь? Все, прям. Я пытаюсь вас догнать, но... В смысле, ты где? Я на лодке. Не греблю, я на моторке. Не греблю. А, ты на моторке? На моторке, да. А я на я на лодке с звездами сюда добиралась. Я знала, что здесь нельзя залезть. Все? Нет, еще. Ну, так, где вы, ребят, где вы? Дайте свои координаты, пожалуйста. Дайте мне свои координаты. Я, кажется, я за край карты уплыл. Ребята, боже мой, у меня тут трэш творится. Трэш просто. Я... Вау. Я на аэродроме. Ребята, у меня так весело было. Вы чего? Вы все пропустили. Мы потом на видео у тебя посмотрим. Вы охренеете, там так круто было. Я офигеваю, просто офигеваю. Да, я не буду заниматься управлением, я буду... Так, а что делать? Пдым! Я буду цеплять крюки, короче. Та-дам! Мне лично, мне прям весело вообще. Это хорошо. Так. Это самое главное. Ну да. Помнишь, капитан, тут три рычага. Раз, два, три. Да. Все нормально? Я прям научился, а когда, ничего, да? Когда у тебя получается, это очень круто. Цепляйся! Ты что делаешь? Стопэ! Назад. Я думал, она зацепится. Шаурмяу. Так, подожди, вот сейчас крюки вот эти, которые... На крюки, да, я понял. Не, на дырок встать. Подождите, дайте я заберусь сначала. Давай забирайся. Так, все нормально, можешь джем его. Стоп, не, назад. Назад? Вот сейчас, подожди. Еще чуть-чуть. Давай, ну вы помогайте мне. Да тот же рычаг, еще чуть-чуть. Второй. Еще чуть. Вот этот? Да нажимай. Нет. Давай. Все, нормально? Стоп. Вот этот. Джек, надо контейнер. Еще, короче, да, Джек, вот этот, да. Все, я понял, надо контейнер зацепить. Я понял, прикольно. Стоп. Теперь второй рычаг. Я знаю. Второй рычаг вперед. Да. Я это проходил. Это, кстати, очень опасная профессия. Там чуть одного там парня не задавило. Да ё-моё. Мы когда цементные блоки, я помню, поднимали. Это как бы не моя работа была, но я просто это помогал. И это было очень опасно, где парень чуть не задавило вот цементным блоком. Это было хреново. Ну да. Ну, я так всегда. Я сейчас помогу, короче. Сейчас, без меня никуда просто не справитесь. Тихо! Да зачем? Ну, я вытащил тебя. Я же зацепилась. Все, давай, Джек.
Я уже знаю эту работу, я работал на ней. Вот Алекс помогал. Цепляет. Сейчас все будет, я умею. Давай, Джек, правее, правее, не, давай. Да-да-да, право. Сначала, те сначала. Не-не-не, да без разницы. Я буду так висеть, короче. Ой. Так. Ладно, все, хорошо, я понял. Начнем с этих, понятно. О, я вот так постою, смотри, как стою. Я промазал. А рычаг? Кто будет дергать? Главное, как что-нибудь дергать. Ксюш, знаешь, ты... Надо вот эти вот... чуть-чуть сдвинуть на направо. Чуть-чуть вниз, там, мне кажется, А вниз еще? Мне кажется, давай, чуть-чуть двигай. Вниз надо. Немножечко высоковато. Так. Та-дам. Ага. Ладно, мы сейчас это быстренько сделаем. Я думаю, на этом можно закончить. Сейчас, чтобы... Ай! Бдыч! В смысле конец игры? А, нет, не конец. Я видел, подожди, а на эту игру, значит, моды есть всякие, да, карт? Блин, да в смысле, да тут еще до хера проходит. Это мы еще проходить будем минут 40. Осуждаю. Чё в смысле? Слышь? Джек, ребят, приготовьтесь, пожалуйста, поднимать, приготовьтесь. Надо поднимать. Надо поднимать, я знаю. Не надо его поднимать. Надо. Чё ты мне говоришь, с кем ты споришь вообще? Ой, делайте все сами. Джек, поднимай. Чуть-чуть, нет. Давай, Джек! Куда ну, поднимать? И пусть он сам делает. Ну немножко подними, немножко подними. Ой, шею. Чуть-чуть. Плечом давай. Чуть-чуть подними, пожалуйста. Вот, все. Так, одну зацепили. Одну зацепили, отлично. Ага, только сейчас ее все равно пускать придется, и она отцепится. Потому что не зацепили. Ну ладно. Не, ну можно ее как-то не наклонить. Зацепили. Вообще ее можно наклонять. Нет, он не зацепил, он ее просто вставил, но не до конца. Я зацепил ее. Надо ее, чтобы она прям торчала. А, не вставил, вроде бы более-менее. Я же говорю, а почему ее никто не слушает никогда? Более-менее, но когда ты будешь наклонять контейнер, она может отцепиться. Как у нас тогда было? Так, а подожди. Я это в реальной жизни делал. Я в реальной жизни этим занимался. Я тебя поздравляю с этим. Так, что, куда двигать-то? Поэтому я знаю толк в этом деле. Так, вот берем крюк, вот берем крюк. Так, хватит баловаться, Шаурмёв. Смотри-ка там... Хочу и балуюсь, вы же на там... качельках катаетесь. Я буду качаться на качельках. Так, все, Джек, чуть-чуть, можно... Прошла моя жопка. Пониже, Джек. Смотри за моей Джек, попкой. Джек, пожалуйста, пониже. Низ, да, вот чуть. Еще. Да еще ниже. Накажи меня, хозяин. Давай. Вот, стоп. Тэмс. Так. Еще чуть-чуть Докажи пониже, меня. Еще немножечко пониже, Тимс. Пожалуйста. Пониже, Тимс. чуть-чуть пониже, я прошу, подожди, я серьезно, я тут... не шучу. Повыше. Чуть. Левее. Чуть-чуть левее, пожалуйста, левее. Немножечко. Да, давай. Чуть-чуть, прям чуть-чуть совсем. Чуть-чуть. Ну. Левее или правее? Левее. Почти. Чуть-чуть. Вот. Вставил. Нет, не вставил. Ну, почти что. Так. Почти получилось. Да вы... Вот вы смеетесь, я... У меня почти получилось это. Так. Вот. Хорошо. Все. Да! Фу! Получилось. Не двигайтесь. А вторая там гуляет. А поднимите наверх, пожалуйста. Наверх. Нет, она отцепилась. Все? Нет, у меня же голова торчит в этом. В крюке я не могу даже вылезть, потому что у меня голова застряла. По теории можно всего лишь два крюка зацепить. Это будет немножко шататься, но... Да по теории можно вообще не цепить. А как? Вообще, да. Давайте не будем цеплять. А, ты хочешь раскачаться и туда запрыгнуть? Ну да, что, он пока будет... Можешь выше поднять? Да, великий герой, который умеет как цеплять. Да я пошутил, я не умею, я пошутил. Джекил, отдай мою ногу. О, давайте. О, давай, я придумал. Нет, Джек, смотрите, давайте друг за друга зацепимся, а потом отпустимся. I believe I can touch the sky. Так, ладно. Ребят, нам надо друг за друга зацепиться и потом...
Я в одного все это цепляю. Это кошмар. Как? В смысле, туда-сюда У меня есть гениальная идея. Это ужасно. У меня есть гениальная идея. Но вы не хотите слушать ее. А мы упали. Нам нужно паровозиком зацепиться. Друг за друга. Ой, я забаговалась. У меня... Ай-яй, у меня рука. Та-дам, там-та-дам-там. Вы видите меня? Я... О, Шаурмяу, ты молодчинка просто. Ты сохранилась? Нет, еще не прошло сохранение. Та-да-да-да-да. Бэдыщ. Ну, в принципе, кто-нибудь может попробовать суициднуться, потом... Джек, сейчас, сейчас, сейчас. Да стой! Ты где? Да я же к тебе подъехал. Ну подожди. Ладно. Все, в другую, в другую, в другую. Догоняй. Да стой! Все, да все, в другую. Цепляйся. Вот, видишь? Да пусть они там прыгают. Ну, сохранитесь, пожалуйста. Ну, ну что же. Они сохранились. Ну, пожалуйста. А я по твоему... Хожу. Что ж, вы будете мучить нас? На протяжении еще 30 минут? И потом нам просто это надоест? Все, все. Александр, вы можете это. Так, все, я понял. Присоединиться. Суициднуться? Эй, а че я не тону? Пам-парам-пам. Предлагаю на этом серию закончить? Да. Сейчас мне только надо утопиться сначала. О, и где я появлюсь, интересно? Интересно, где же я появлюсь? Быдыщ! Не понял. В непонятном месте. А че я не утону? Там кто-то падает, падает. Мазифак, мазифак. А я не понял. Подыщ. Вообще-таки, я предлагаю закончить все-таки на этом серию. Поставить всем лайки. Алексплею поставить лайк. Потом Пепперплей, Шаурмяуплей, Джаджеку. Всем лайки. Мы очень, мы любим лайки. Очень любим лайки. Так, мы ради них живем. А, вообще-таки лайки и комментарии очень круто помогают, ваша активность очень безумно круто помогает, поэтому Алекс. Надеемся, только на вас и надеемся. Алекс, вот. Отпускайся. Я прощаюсь с вами, всем пока. Пока-пока. Пока. Да, отпустись ты, господи. Они вне серии, я не знаю, будут просто, не знаю, что будут со мной делать, но я пока что отойду.